собой. Чего кричишь? Раскричалась, распугала всех зверят. Птичек, не видишь, делом занята. Да вот, что надо? Кикушка, пойдем пособи мне, дерево свалить хочу. Ступу новую делать. Что, ступу-то это, старую не влезаешь, что ли? Ой, попышнела, что с малость. Ой. Пирогов прямо оторваться не могу. Ну, пойдем. Ой, ну пойдем. Давай, бери пилу. Сейчас. Да топор. Пилку-то, да, пилку-то. Топор себе беру. Ой. Ну, точу его. Ай, да? Точу. Пойдем. Ой, куда сюда? Куда тебя несешь, да? Ой, вот это. Нет, маловатое. Маловатое. Ой, хорошая. Хорошая древесинка-то. Подожди, хорошая, это на мое похоже. На твое? Не. Какое твое? Потолще будет. Потолще. Ну, давай, обмеряй ухват. Ухват. Ухват? Чего обмерять-то? Вон и в Африке ухват. Эй, деревня. Фигуру, говорю, мою. Убирай на дерево. Фигуру. Подожди. А где будем делать-то? А вот тут. Ну, давай. Обмеряй. Дерево-то становись, обмеряю. Дерзы. Ой, куды? Куды? Ой, да вот так, туда. Да куда ты тащишь-то? Давай. И Подожди. Вот так. Ах ты. Ой, стой. Зубы сломала. Зубы сломала. Покажи зубы-то свои. Да куда ты лезешь? Какие там зубы-то? Молочные, что ли, были? Откуда там зубы-то могут быть? У пилы сломались. У пилы. Бывает. Бери топор. Чего? Ой, на топор. Давай. Дровосек. Ой. Учись. Чего это? Садись, будем подмогу ждать. Садись, ой. Кого ждать-то? Подмогу. Зачем? А вот что пройдет. Школьники какие. Школьники? Ну, давай. Дырин-ни-ди, дырин-ни-ди. Васька идет. Васек премудрый. Дерево срубит. Пойдем к нам, подружка, пособи. Помочь вам? Да. А чем? Что вы тут делаете? А вот это мы дерево рубим. Деревья рубите? А чего? Вы что, как вам не стыдно? Об этом даже думать забудьте. Ой. Тебе что, думать стыдно? Думать? Мне не стыдно. А я и не думаю. Какое там дерево? Тростиночка, а не дерево. Ой, на-ка вот, ты здоровая девчонка-то. Топорика, тюк, и все. Да вы что, если вы вырубите все деревья, баба-яга, лесов не будет, птиц не будет, зверей не будет, где ты жить-то будешь? А ты, кикимора, болото-то твои высохнут, в пустыню превратятся, что делать будешь? Нет, садитесь, я вам сейчас все расскажу, как нужно себя вести в лесу. Расскажи.
скажи, ты нам деревья нужны? Тебе нужны деревья? Это... нужны тебе деревья? Там где деревья не дают. Давай, садись, слушай. Я болото только, болото. Послушаем, потом рубить заставим. Давай, ой, ну давай, давай. Давай. Треши. Так, нужно быть внимательными, слушайте. Это вам очень пригодится. Лес – это великий дар природы. Благодаря лесу мы можем дышать. Деревья и растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Если бы не было растений, мы бы просто задохнулись. Лес – это источник пищи. Он богат ягодами, грибами, целебными травами. И еще лес – это жилище многих животных. Некоторые из них даже занесены, Баба-Яга, в Красную книгу. Их надо беречь. Лес – это еще и ценнейшая древесина. А еще лес – это удивительная сказка и настоящая кладовая здоровья. Мы вдыхаем аромат цветов и трав, любуемся могучей красотой природы, слушаем нежное щебетание пернатых. Среди зелени, между прочим, легче дышать. Зной и пыль городов. Резкие шумы нас не утомляют благодаря лесу. А еще лес наш помощник. Он хранит влагу, останавливает сухие и жаркие ветра. И, между прочим, места, где уничтожен лес, больше подвергаются размывам от талых вод и дождей. Почва остается без влаги, а реки могут от избытка воды даже выйти из берегов. В общем, Баба-Яга... И болото мое могу высохнуть! Невозможно даже перечислить всех бедствий, которые несет уничтожение лесов. Так, Баба-Яга, Кикимора, приходя в лес, не забывайте, что мы там не хозяева, а лишь только гости. И наносим вред лесам, мы вредим самим себе. Так что берегите, охраняйте нашу природу и обязательно защищайте ее. Вы все запомнили? Все! От буквы до точки. Все. Ты, Яга, хотела деревья полюбить, порубить все и болото мое осушить. Ай-яй-яй. А я вот все запомнила. Я припомнила, что ты хочешь, чтоб у меня деревьев-то не было, чтоб птички не шебетали голова, чтоб у меня не болела за деревья, за наш лес, за сиротинушку. Да что ж ты так убиваешься, Ёженька? Да все ж мы поняли, мы больше не будем делать, Василиш. Прости нас, прости, прости. Мы не будем больше этого делать. Прости. Ай, не будем, не будем. Не будем? Не будем, а что делать-то будем? Тогда мы сейчас с вами пойдем садить новые молодые деревья вдоль берегов рек, чтобы укрепить берега, чтобы они у нас сохранились. Но для этого нам понадобится пила. Зачем? И топор. Зачем? Это мы будем сухие. Мы будем сухие, да? Пилить, убирать все сухое. Ага. Расчищать будем. Ага. Берите скорее. Топорик мой. Ай. Ай. Готовы? Готовы? Готовы. Пойдем. Вперед. Ай. Конец.